Привет, друзья! Всем привет! Отличного дня! Как я и обещала, будем вместе с вами разделывать бройлером. Привет, чувак! Сегодня вообще проснулась с утра и прям вообще мне все пальцы отекли, потому что вчера напились вообще всего: кваса, газировки, сока, воды. Сегодня, короче, только на водичке. Только на водичке, нафиг надо. Хотя охота что-нибудь, знаете, такое холодненькое, такое обжигающее, чтобы прям пузырьки такие во рту лопались, типа, знаете, такой колу, айс. Блин, вообще. Но. Короче. У кого, короче, тут дома сидит? Сейчас я ее разделаю и, наверное, сделаю с картошкой, если у меня еще покупать. Жара опять нереальная. Сегодня кашу с Вовой ели, он так ее не доел. Но ему понравилось. Понравилась Вова каша? Угу. Огромный, да? Огроменный просто. Здоровенный. Хлыщ. Смотрю. Телефон лишь бы не упал. Вижу. Так, что мы? Так, подожди, Вовка, не отвлекай. Что-то кожа слезла, видимо, когда опаливали. Да что ты, я вся в крови. Это что такое? Как монстр какой-то, ну. Как мясник, настоящий мясник. Одна ляшечка готова. Так, беремся за вторую. Но она пропаленная, поэтому кожа такая тонкая и мягкая. Это не то, что вам сырая откуда-то, непонятно. Не сырая, а резиновая. Качок такой, да? Мощный качок. Да что-то мешает мне. Знаешь что? Эта штучка, чтобы проложить карточки. О, капец. И знаешь что? Чё? Я сюда вот трос нацепил и поехал. Ты какая грудка огромная. Какая грудка огроменная будет просто. Блин, я мало взяла.
было. Мало захватило. Знаете, это надо было мне убрать, я что-то уже. Она ж мне мешает. Да блин. Закрутим ее. Какая-то хрень вообще просто огроменная. Я никак не могу с ней справиться. Чёртую кожу. Нахер мне вообще нужна. Сделаю грудинки. Ой, грудинки, грудки. Ножом можно лучше короче, вообще, она такая огромная, я вообще просто уже устала бороться с этим поросенком. Хотела так красиво ее разделать, нифига у меня не получилось. На какие-то куски все искромсала, все. А это что, типа вырезка такая, да, идет? Видите, да, такая полосочка. У поросят также ведь вырезка идет вдоль этой хребтины. И что тут осталось? Хера не осталось. Кожа до кости. Сейчас вот эту еще лапу и сломаю. Ай, это вообще, это что, блин? Вот тут у меня хорошо по этой, по суставчику пошла. Там я все расхерачила, чертовой матери. Кожи, кожи, бесконечно. Короче, я кожу снимаю.
ну нафиг, я думала, это все будет нормально. Я уже реально заколебалась. Куда монстр лежит тут? Думала, красиво так сделаю, разделаю отдельно ножки, отдельно грудку, отдельно крылышки. Суповой набор, хер-то там у меня тут вообще непонятно что. Какой-то кусок кожи лежит огромный. Так, что это? Что, он суп варит, что ли? Костей-то умотейшн. Умотейшн просто. Это я хотела с картошкой в духовке заделать. Там ножки, да грудку вот эту. Не знаю, что получится. Нет. Вот так вот, друзья. Огромное просто. Я чуть неправильно начала все делать изначально. И все пошло. Пошло по одному месту. Это, прикиньте, они за 2 месяца вот так вот выросли. Охренеть. Ладно, короче, я тут буду разделываться без камеры. Наверное, ругаться, материться. Не, еще, я все ее практически уже это слетаю. Вообще какой-то комок, да, этот? Как фарш какой-то. Комок мяса и костей, непонятно что где. Ну вот и что тут, что у меня тут вышло. Грудка кусочки. Тут эти крылышки. Ножки. Ладно, ладно. Типа что разделала. Сейчас вот эту вот, я просто сейчас эту всю сниму кожу. И это. И на пару кусков и на супы. Остальное в морозилку беру. Не знаю, что мне делать, картошкой не делать. Хер его знает. Ну, короче. Как-то так. Ой. Вовка. Что, как дела? А? Как дела? Нормально. Нормально? А я тут пытаюсь тратить свои деньги. Вове говорю, давай тебе домик сделаем отдельно на улице. И там твой будет игровой домик. Он вроде бы согласен. Сейчас нам нужно папу запречь. Да, Вова? Угу. Прямо сесть на него и не слазить. А? Прямо заставить папу. А то он забудет опять. Пусть сделает домик, и мы туда все-все игрушки твои уберем, которые мне уже надоели. Да, Вова? Жопу тоже уберу. Агузок или гузок, как он там называется? Агузок. Как этот, смотрели сериал-то «Кухня»? Такой клевый вообще. Ну, поначалу, потом уже какие-то там другие сезоны пошли. Жопка, жопка. Там уже какая-то херня пошла. Поначалу это вообще классно было, мне это понравилось. Ну, короче, все такое жирное. Я думала, хоть бройлер будет, знаете, такой этот, постненький. Но нихера, они все жирные. Что гуси, что бройлеры. Так что вот. Ладно, сейчас я красиво это разложу и все засниму. Ну вот, друзья, я разделала. Короче, такой видок здесь, знаете, как будто я это... Какой-то маньяк-убийца, какую-то тушу взяла, просто раскромсала. Ну, вообще капец. Я думала, так красиво у меня будет. Отдельно грудка, отдельно эти крылышки, голени. Нихера подобного. Короче, гора мяса, гора крови, и я тут вся в крови. Вот так. Смотрим. Кожу сняла отовсюду. Ну, вот этот не стала здесь снимать. Вот это у меня грудки вышло вот сколько. Ну, так нормально. 1,5 кг, наверное. Шея, вот куда ее только в суп, но она такая жирненькая. Че, вот это 3 куска на суп, просто кость с этими, с мясом.
две голени, ну, конечно же, две голени, она же двухногая. Два крылышка. Вот это всякие тряпки, я их сейчас это собакам отдам. Пойду, кстати, собака там у нас есть через дом. Там барак, короче, такой четыреххатник. И там в прошлом году мужик умер, а собака-то осталась. И бабка ходит, ее кормит. Ну, как она кормит? Вот такая жара, там вода должна быть постоянно. А что он то прольет, то еще что-нибудь цепью. И никого, главное, себе не подпускает. Ни воды не дать, вообще такой злой. Не покормить так что-нибудь, если закинуть. Вот сейчас пойду брошу ему эти... Ой, эти какие-то... Ну, вот это вот все хрень. Короче, у меня тут мясо. Сейчас надо морозильник все разложить. Оставить чуть-чуть грудки, пару ножек. Я их сейчас еще напополам сделаю. В духовку с картошкой. И суп варить не знаю. Если я это приготовлю, то суп никто есть не будет. Он будет стоять. Или сделать жиденький суп, чтобы был с вермишелькой, да, наверное, просто с лучком, с вермишелью, чуть картошки. Ну, такой вообще лайтовый вариант. Ой, ну все, ребят, я буду продолжать готовить. Это видео запилю, как я тут, как это, как качок какой-то. Тыщ-тыщ-тыщ. Жарко стало. Ну, ладненько, остаемся вместе с нами.